бабушке 82 года, полная непроходимость пищевода. Накануне был инсульт, но она относительно подвижна. Вот тут можно заниматься для того, чтобы вот что-то расширилось. Это надо накопить углекислоту, которая способствует тому, что ведет к расширению кровеносных сосудов, ведет к расширению бронха. Для этого лучше всего подойдет дыхание по бутылькам, можно делать, либо попробовать по Стрельниковой. Но я думаю, по бутылькам все-таки будет эффективно, но тем не менее и по Стрельниковой все это. Начинать все это делать. И глядишь, вот углекислота начинает накапливаться, что ведет к расширению всевозможных спазмов и, будем говорить, дальше к нормализации работы клеток. Почитайте, это тоже в моих книгах написано.